считать, что это зал нашего вокзала для военнослужащих. А если будет мало места, мы найдем решение. Мы найдем в Мелитополе, по городу, везде найдем. Было принято решение на 8 человек, но это же на 8 круглых суток. Хочется отдельные слова благодарности сказать нашим волонтерам. Конечно же, это и начало для них новых задач, новой работы. Есть определенные правила, по которым можно здесь находиться, и боец должен их соблюдать. И вообще ребята все сознательные, поэтому мы не думаем, что будет здесь... Мы думаем, все в порядке будет. А принципиальные пункты какие? Ну, спиртное запрещено вообще, вход со спиртным, солдат должен быть трезвым и курить, если только на улице. У меня первая смена была уже, и боец был с Волновахи. То есть это первый боец. И первая запись была. Здесь транзитные в основном военнослужащие, которые следуют, например, с места службы в отпуск, либо с отпуска. Очень часто выписываются ребята из госпиталя, из больницы. Вы знаете, вот до того, как открылся, уже просто оно горело, потому что я же говорю, что даже были такие ситуации, вот мы еще не открылись, мы еще тут, как говорится, в процессе. Звонит мой подопечный, говорит: «Инна, привет, я на ЖД вокзале, я еду там, следую в зону АТО, ты где?» Я на Запорожье первый подходил. Через Запорожье идет очень большой поток личного состава, который здесь или в отпуска, с отпусков возвращается, идет в отпуска, после лечебных заведений возвращается в свои войсковые частины. И это место, здесь можно будет разместиться и зима, вот, разместиться, пожалуйста, покушать, согреться, выпить горячего чая. Такого заведения я не видел ни в одном городе. Реально в боевых полевых условиях не у каждого есть такая возможность. Побриться и, как говорится, в надлежащем виде приехать домой к родственникам. Или же наоборот, дождаться своего поезда и уехать выполнять свои обязанности в зоне АТО.